Всем привет, ребята. Такая-то у нас среда. В общем, выгнал их. Никто не хочет. Вот, ну, больше половины сидят взрослые. Там на яйца гоняют. Все там никакой дисциплины. Никакой. О, кто-то даже полетел. Вот несколько штук. Вот. Слышу, кто-то даже играет. Желторябы какой-то. Сейчас постараюсь здесь кое-какие молодые. Вот, кое-кого из маточника выгнал. В общем, сейчас вот здесь будут мои прятаться. Тут вот эти на булавках бы не улетели. Вот так. Вот так, подпрыгну. Подпрыгну. Может быть, кто-то и полетит. Кто-то полетит. Без удочки, правда. Что тут? Что мы тут сидим? Давай. Давай, давай. Так, он Артём звонит. Уже некогда. Уже голубей я чуть приподнял, надо за ними посмотреть. Вот желтый стоит, забивается. Но собака, его стая не потянула, и он стоит на одном месте, гад, и бьет, и сейчас всех вниз. Вот. Не трогаешь их, не трогаешь. И вот эти хоть чуть-чуть крылья разомнут. Вот еще краснорябы тоже стоит, бьет, тянет вниз всех. Так, сейчас удочку надо взять. Зря вы так делаете. Так, ну, они поднялись чуть-чуть, но совсем лететь не хотят. Могу так сказать. Не идут наверх, в разброс начинают летать, и все стараются как бы не особо. Да, там вон кое-кто поднялся. За сколько дней первый раз вот солнышко такое. А они, негодяи, вот так вот летают. Но тренировка всегда по-разному бывает. Вот, сидели, кушали и гадили, и все. Не трогались. Ну, кто-то вот какие-то вот. Здесь поднялась стайка. Вон еще небольшая. Вот она поднялась. Остальные так вон бродят. Вот здесь вот по низам. По низам. Ну, здесь на солнце снимать. Вон они. О, кто-то приподнялся чуть-чуть. Банда пошла чуть-чуть наверх. Так, отдалю. Приподнялись. И вот здесь по всему поселку. Вон коршун. Коршун летает. Ну, здесь хорошо тарахтят. Бах-бабах, кто где. Ничего. А завтрашнего дня на 5 дней дождь. Вот тут сегодня вечером обещают, пойдет под утро, и завтра написано 90%. В общем, будут сидеть в неделю в заперти. Это очень и так сыро. Голуби не очень себя чувствуют. Хотя вот смотрю по состоянию. Голуба, да что ты будешь делать? Они дуреют, как ишаки. Голуба гоняют. Будку на уши поднимают. Да, блин. Ужас.
Вот. Вон там банда появилась. Побольше. Сбилась. Две кучки в одну. Чуть-чуть пошли. Так, отдалю. Так, ладно, сейчас на паузу. Эти собаки на посадку хотят идти. Постоял, вот смотрю на них, они все кружат. Я так думаю, им надо дать возможность сесть и потом всех еще хором припугнуть. Не стоит сейчас удергать с крыши. Дать возможность верхним чуть-чуть пролететь. Верхняя банда. Нормально. Вон они. А эти пускай сядут. И потом подпугнул. Вот они тут роятся. Ни о чем. Полетали. Вот и вроде и погода хорошая такая. Здесь пятерка. Одиночки тоже есть. Присутствуют одиночки. И вот такая кучка. Ну и ладно. Так, ну, вот чуть-чуть согнал. Это я петарду бабахнул. Кто взлетел, тот взлетел. Вон здесь, вон кучка куда полетела в сторону, летает. В общем, и погода хорошая. Давай врубитесь, стая в стаю. И погода хорошая, но голуби не горят желанием. Так что, как есть, так есть. Несколько одиночек очень высоко там. Ну, на среднем ушли. Может, кто-то повыше пошел. 3-4 штуки, все, остальные нет. Вот она вся банда. Ну и все как есть. Буксует. Ну, смотрю, пора в командировку. Я так думаю, что голубов соберу. Соберу их и мы съездим. Будет им небольшой такой стресс. Не хотят сегодня. Там единицы. Два или двоих желтых вижу, опускается. Там кто-то был еще. Но остальное посмотрите, что они творят. Ну, ни в коем случае летать мы не хотим. Бывает и такое. Бывает плохая погода, голуби летят. Хорошая погода, вон солнышко вышло за столько дней. Мы не хотим, мы хотим в голубятню. Мозги друг другу компенсировать. Ну и ладно, что теперь поделаешь. Вот. Как-то так он промазал. А это крутится здесь и все. Вон там тройка наверху летает и все. В разброс четверка. Ну и ладно. Так, вот кто-то тянется, забивается. Желтый. Вот собака падает. Он на соседскую крышу дотянул. А эти так и не садятся. Я думал, сейчас сядут. Вот разбились в две кучи и кто-то шлепает за мной. Опять они поднялись чуть-чуть наверх. Не захотели сесть. Молодцы, я думал, сейчас все хором завалятся. Нет, эти чуть-чуть приподнялись. Я думал, вот-вот сейчас и
вся куча сядет. Но в любом случае, ну вот эти молодцы, да, ну что не сели, но готовиться надо к командировке, надо вычистить балласт, который падает по чужим крышам, безмозглый, еще кормить их, так что как-то так. Ладно, потом опять звонит Артем. Так, ну вот, в принципе, и все. Тренировка, можно сказать, закончилась. Ни о чем. Вот. Два штуки вон в небе висят. И все. Ну, было 4 или 5. Вот кто-то сел. Двое не хотят. Вон они. Сейчас попробую показать. Вот на белых облаках. Вот она, двойка здесь летает. В общем, не хотят они садиться. А этим вот поставил, пока завтра будет дождь, и они будут сидеть в вольере, прижиматься к сетке, купаться. Вот пускай сейчас лучше накупаются. Тем более, пока вот такая погода. Погода хорошая. Я даже и не думал, что будет солнышко. И вот сейчас мы накупаемся. Это уже, это хорошо. Толпятся, ну сейчас все по очереди, кому интересно, все накупаются. Ну вот как-то так. И витамин D, солнышко, а то его давно уже не было. Так что, наверное, только на пользу. Если хотят, значит так надо. Ну вот и все. Ну а к командировке мы будем готовиться в любом случае. Уже практически там кого-то там первое маховое перо линяет. Но это ничего страшного. Я не говорю за молодых, а за малышей. Вот. А в общем, таких уже более-менее полугодовалых, взрослых, съездим обязательно. Надо просто по погоде подобрать погоду и съездить. Проверить нервы их, не, а то они вот больше меня нервируют своими разборками. Ну вот как-то так. Ладно, ребята, здоровья всем, удачи, гона. И погодки бы тоже бы желательно. Ну, вот какая есть, такая и есть, в общем. Грех жаловаться. Вот сегодня хорошо. Сегодня вот и голуби кайфуют, и самому хорошо. А туда дальше вон днем плюс 6, ночью плюс 2. Ну, дождь. Понапыжится. Ну вот как-то так. Всем пока.